Добрый вечер, уважаемые телезрители. Православная программа «Свет у греши» рада приветствовать вас в прямом эфире в студии Елена Бурдейна. Я с радостью представляю нашего гостя Сергея Худеева, публициста, богослова, ведущего еженедельной радиопередачи «Христианство. Трудные вопросы». Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Здравствуйте. Львович. Ну вот у нас тема такая, ну, тема, наверное, которая звучит вот последние там месяцы со всех экранов телевизоров, ее обсуждают горячо, ну вот не остались и мы в стороне. Конечно, это ситуация, которая сложилась вокруг Константинопольской церкви. Но, безусловно, Сергей Львович, вот эта тема, наверное, бы... Ее слишком много, но очень хочется поговорить, потому что людей волнует, она не оставляет равнодушной. Вот буквально сегодня ко мне зашла знакомая, она 3 года прожила в Южной Корее, и при любой возможности, городок небольшой был, но при любой возможности они со своими приятельницами ездили в Сеул, вот на богослужение. Но вообще в Южной Корее там 2 церкви православные, и обе они как раз в юрисдикции находятся Константинопольской церкви. Вот она и говорит, а как же, вообще как же нам быть? Вот как же моим знакомым, которые там остались, куда ездить? Поэтому, конечно, очень хотелось бы вот узнать вообще, что вот мы сегодня имеем на сегодняшний день, ну вот исходя из реалий вот настоящих. Ну, на сегодняшний день евхаристическое общение прервано. А по конкретным случаям, что делать в конкретных ситуациях, надо, конечно, искать, обращаться к епископу, и надо его искать совета. Но, конечно, нужно понять прежде всего, что происходит, почему произошел разрыв евхаристического общения, и с чего все, собственно, началось. И, пожалуй, тут стоит начать с того, что где-то с начала XX века в Константинопольской патриархии начинает формироваться определенное богословие, определенное представление о своей роли в мировом православии. И оно расходится с представлениями Московского патриархата. С точки зрения Московского патриархата все патриархи равны. То есть вот у нас есть в православии 15 поместных церквей, они возглавляются каждая своим патриархом, и патриархи равны в своих полномочиях. Ну, Константинопольская же считает себя первой среди равных. Нет, как раз не первой среди равных. А в том-то и проблема. Патриархи равны в своих полномочиях, каждый распоряжается в своей поместной церкви. И в жизни церкви есть такое важное понятие, как каноническая территория. Канонической территорией, например, обладает каждый епископ. И вторжение на чужую каноническую территорию недопустимо. Ну, например, если епископ из Санкт-Петербурга поедет в Калугу, например, и попробует там кого-нибудь рукополагать или там совершать богослужение без согласования с местным епископом, он совершит каноническое преступление. Потому что это очень древнее правило, без которого жизнь церкви погрузилась бы в хаос. Но представьте себе, что в какой-то епархии священника запретили в служение там, за какие-то безобразия. А он поехал, попросил соседнего епископа его восстановить. Он его восстановил. И это бы привело к полному хаосу. И поэтому существует вот такое понятие канонической территории, что никто не лезет на территорию чужого епископа. При этом понятно, что есть более высокие уровни иерархии, например, ну, при конфликте между епископами это может разбирать патриарх, но патриарх – это как бы верхняя ступенька, патриарха не может судить какой-то другой патриарх. Он в этом отношении независим, и все патриархи равны, они поддерживают общение между собой. Вот такой взгляд Москвы. Взгляд Константинополя не то, что он первый среди равных, он как раз primus sine paribus, то есть он первый без равных. Он занимает со своей точки зрения исключительное положение в православном мире. Он занимает или отождествляет себя с этим положением? Он так считает. Он считает, что он занимает исключительное положение в православном мире, что в православной церкви должен быть первый иерарх, то есть некий главный вообще. И это он. И поэтому он может приходить на канонические территории других патриархов и наводить там порядки. Сергей Львович, вот он себе приписывает такие полномочия. Да. Но до последнего времени все как-то складывалось? Все как-то складывалось, потому что
в значительной степени вот эти это мнение о себе Константинопольского патриархата, оно оставалось больше теорией. То есть эта теория провозглашалась. Эта теория считалась официальной точкой зрения вполне. Ее можно найти изложение в том числе по-русски. Вот если набрать «Primus sine paribus», то вам вывалится текст по-русски одного из богословов Константинопольского патриарха, где это все обосновывается. И считается, что он занимает место, аналогичное Папе Римскому, причем сказано это прямым текстом. Там фраза буквально такая, что первые века жизни церкви, первый иерархом церкви был римский епископ, но когда общение с ним было утрачено, первым иерархом является Константинопольский. Ну, то есть там вот с папой мы разругались, теперь я за него, грубо говоря. То есть он себе усваивает функции, аналогичные функциям римского папы. И понятно, что до какого-то времени, хотя это не пряталось, это провозглашалось, это носило характер таких богословских споров, достаточно академических. Но вот когда пошел Критский собор, так называемый, регламент собора был составлен таким образом, чтобы протащить все решения, которые поставит Константинополь, и заставить всех остальных с ними согласиться. Решения, в том числе откровенно спорные, касающиеся, например, второбрачия и духовенства. И это предполагало бы, что если бы туда поехала русская церковь, она принимает такие правила игры. И она принимает позицию Константинополя в отношении себя самого. И на это русская церковь не согласилась, и Константинополь сильно обиделся. Однако это не привело к разрыву отношений. Что же толчком послужило? Поскольку Константинополь еще не действовал на основании вот этих своих убеждений. Да, его взгляды неприемлемы с точки зрения православной экклезиологии, но он пока в соответствии с ними не действовал, пока это было все в теории, пока это все только было предметом обсуждений. Однако, что произошло на Украине? Нам теперь нужно немножко описать ситуацию на Украине, как она сложилась до сих пор. Дело в том, что на Украине есть три общины, которые называются православными. Да, крупные общины, если там каких-то мелких расколов не смотреть. Есть каноническая православная церковь, которая находится в общении с московским патриархатом. Ее возглавляет митрополит Ануфрий. Надо сказать, что общение с московским патриархатом носит именно духовный символический характер. Москва не назначает епископов, не участвует вообще в их постановке никак. Москва не получает никаких денег от украинской церкви. То есть, по большому счету, автокефалия уже да, есть. Да, она уже есть. То есть Москва никак не хозяйничает. То есть, когда про украинскую церковь говорят, что Москва там руководит, просто неправда. Москва там ничем не руководит, это фактически автокефальная церковь. Просто там на богослужениях поминают патриарха Московского и всей Руси. Как этим поддерживается духовная связь со всем мировым православием, поскольку патриархи друг друга признают. В начале 90-х годов возник так называемый Киевский патриархат, или его корректнее назвать раскол, филаретовский раскол, когда под влиянием политиков, которые решили, что раз Украина теперь независимое государство, там должна быть отдельная церковь, они поощрили, побудили Филарета создать свою собственную структуру. Филарет надеялся стать патриархом московским, и вся Руси у него не получилось, его не выбрали. Он на это огорчился, и он создал свою собственную структуру, в которой, ну вот, чтобы вы представляли себе масштабы, там порядка 2700 с чем-то приходов. В Украинской православной церкви Московского патриархата порядка 11300 чем-то приходов. То есть там поменьше значительно в этом расколе. И этот раскол никем не был признан в православном мире. В частности, его долгое время не признавал Константинополь. Что, собственно, изменилось? Долгое время стучались, пытались получить признание Константинополя. Но что изменилось? Порошенко, президент Украины Петр Порошенко, он решает свои политические задачи. В феврале 2019 года будут выборы, и к этим выборам он идет, он хочет попасть на второй срок, но к этим выборам он идет с очень низким рейтингом.
поскольку Украина превратилась в беднейшую страну Европы, и люди, конечно, недовольны, причем люди самых разных политических убеждений, они очень на Порошенко с большим недовольством смотрят. И нужны баллы. Да, нужны баллы. Он пытается сделать что-то, что подняло бы его рейтинг в глазах националистической аудитории. И он поэтому организовал запрос к патриарху Варфоломею о даровании Томаса, то есть указа, которым украинская церковь получала бы автокефалию, то есть независимость. Да, две заинтересованные стороны нашли друг друга, да? Оказалось. Да, две заинтересованные стороны, собственно, нашли друг друга. И Порошенко и Государственная Рада Украины выступила с таким запросом. Причем, что интересно, этот запрос в значительной степени исходит от людей, которые даже формально не являются членами православной церкви. То есть политики, которые причисляют себя к униатам, к протестантам, к мусульманам, к атеистам, они обращаются с просьбой о даровании Томаса. Ну, то есть вопрос это не о вере абсолютно. Это чисто политический вопрос, и Порошенко его определяет как политический вопрос. Он говорит, что Томас, собственно, нужен, автокефальная церковь нужна для того, чтобы, как он говорит, обрубить щупальца врага. Щупальца государства-агрессора, если его буквально цитировать, поскольку Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, он ее объявляет пятой колонной Москвы. Это тоже его выражение, он говорит, что это пятая колонна. И, собственно, тут цель двоякая. С одной стороны, для того, чтобы отвлечь людей от того бедственного положения, в котором они находятся, нужно постоянно подогревать вот эту патриотическую истерию. Известное политическое такое вот средство. Абсолютно, то, что всегда делается в истории. Там на нас тиранов рать идет, поднявший стяг кровавый, там к оружию граждане, а что холодильник пустой, так родина в опасности, что вы тут про холодильник меня спрашиваете. И для того, чтобы подогревать постоянно уровень истерии, нужны какие-то новые враги. И давайте мы еще... Чем же? Вот Россия, это уже даже новым врагом. Нельзя назвать. Россия, она враг, но нужен внутренний враг. Нужен именно внутренний враг. И в качестве внутреннего врага он выбирает Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата. И он, значит, на нее ополчается, и он как-то раскручивает вот это все, вот эту враждебность по отношению к церкви канонической. И он поэтому говорит, вот давайте мы обратимся к Константинополю, будем теперь независимы от Москвы. И Константинополь. Запрос сам о автокефалии, он исходит не от церкви, он исходит от государства, что уже достаточно дико, естественно, когда государственные чиновники, в том числе неверующие, там делают какие-то запросы об устройстве церкви, и направили они этот запрос к Варфоломею, и это горячо поддержали представители Соединенных Штатов. Приезжал к нему Филарет, и он там ему выражал поддержку. Например, бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден. Этот самый Джо Байден, он известен тем, что он продвигает такие крайне либеральные взгляды, вот однополые браки и все это дело. Он как-то даже называл противников однополых взглядов, браков, троглодитами. Такой, значит, решительный очень товарищ. И он все это горячо поддержал, всю эту идею автокефалии. И Газдеп в целом выступал тоже в поддержку автокефалии. То есть, кто автокефалию, собственно, создает, чья это инициатива? Это инициатива Порошенко, поддержанная Газдепом. Открыто поддержанная, то есть это не конспирология, это совершенно открытые заявления людей, которые находятся в открытом доступе. Патриарх Варфоломей, про него говорят, и я это не могу не подтвердить, не опровергнуть, но вот, например, митрополит Иона, который американец, он пишет, не знаю, возможно, знает это, что с одной стороны у Константинопольского патриарха есть хронические финансовые проблемы, с другой стороны там назревало какое-то уголовное дело о растрате, которое собирались, пообещали прикрыть. Но я это не утверждаю однозначно, поскольку там каких-то... Как-то печально, Сергей Львович.
Ну, это что, безусловно что печально. Вот, да. И патриарх... Что вопрос веры, вот он становится такой разменной монетой вот в таких каких-то, ну, не таких вопрос, личностных. Чисто вопрос политики. Но с ведь точки... люди относятся к этому вопросу немножечко по-другому, они же через сердце свое пропускают. Но... С точки зрения сторонников автокефалии, это абсолютно политический проект. На 100% они сами об этом открытым текстом говорят. Порошенко, он говорит, зачем нужна автокефалия, обрубить щупальца врага, укрепить нашу независимость, там еще что-то такое. Но, естественно, никаких духовных интересов у него при этом нету. Он политик, он человек религиозно индифферентный вообще. Вот какой-нибудь Джо Байден, он человек активно враждебный по отношению к традиционному христианству. У него есть конкретная идеология, и эта идеология враждебна христианству. Порошенко, он скорее человек индифферентный. Ему нужно себе подобрать сколько-то баллов к выборам, а на остальное ему наплевать. И вот Варфоломей, он отозвался на этот их призыв. И что он, собственно, сделал? Он заявил о своем намерении даровать автокефалию. Он прислал в Киев двух экзархов. Экзархи – это представители патриархата за его, значит, территорией. Что цель этих двух экзархов – подготовить, собственно, получение вот этой автокефалии. И вот это была точка невозврата, то есть присылка экзархов. Поскольку с точки зрения канонического права это... абсолютно недопустимое деяние, как, собственно, сказал, что нельзя входить на чужую каноническую территорию без согласия местного епископа. То есть Русская Православная Церковь далее молчать просто не могла, да? Пришлось... Пришлось, потому что, понимаете, что происходит? Патриарх Константинопольский не просто заявляет о своих исключительных правах, там, потому что, ну хорошо, там... Это можно было бы как-то списывать, ну, на византийскую риторику, там, ладно, ну пока человек просто говорит, ничего не делает. Но вот уже отправка этих двух экзархов, это было действие, которое указывало на то, что он всерьез верит в то, что он первый без равных, и в то, что он имеет право распоряжаться на чужой канонической территории, и что митрополит Ануфрий, глава Украинской церкви, которого он признавал еще недавно, еще 2 года назад, он официально говорил, что вот это единственный глава церкви на Украине, он теперь для него является пустым местом. То есть на самом деле... Это... Легко согласиться и легко также отказаться, да, от своих взглядов. Да, это чудовищно грубый поступок вот в рамках церковного вообще этикета. Что если вы присылаете куда-то экзархов, и вы не согласовываете это с местным епископом, вы смотрите, значит, на епископа местного, как на пустое место. Это то, что является не просто провозглашением каких-то ложных взглядов, это является действием, которое обозначает, что человек не шутки шутит, он уверен, что он... Это уже не только намерения, да, такие. Это уже не только намерения, это конкретное действие, которое показывает, что митрополит Ануфрий, которого он еще недавно признавал, недавно считал единственным каноническим главой Украины, он его уже не воспринимает как епископа, обладающего каноническими правами. И это то, что, конечно, выглядит диким не только с точки зрения канонов, не только с точки зрения церковного этикета, это выглядит диким с точки зрения обычной человеческой порядочности, что если я человека признаю в каком-то качестве, а потом, и он у меня там возлюбленный брат и сослужитель, потом немножко повернулась политическая ситуация, я его больше не признаю, но это было бы в мирском контексте даже непорядочное поведение. Ну, к сожалению, в политическом контексте это вполне приемлемые такие закономерные ситуации. В политическом контексте все продают всех, но в политическом контексте политики не претендуют на то, что они пастыри, и на то, что они там даже первые иерархи церкви. Естественно, было бы довольно странно и дико, если бы из политиков кто-то там на это претендовал. Но я понимаю, там монархический политик, он там ни с кем не борется, ни за что. Он и так прочно сидит. А вот политики, да, которые ведут политическую борьбу, с их стороны было бы дико так претендовать. И с другой стороны, дико, когда иерарх церкви ведет себя как такой макиавеллистский политик, который сегодня признает, завтра пустое место. И перед
Константинопольским патриархом, тут возникает, конечно, техническая проблема. Это то, что... А кому давать автокефалию-то? Кому давать Томаса в автокефалии? Украинская православная церковь Московского патриархата ее не просила. Так называемый Киевский патриархат – это раскол, и Украинская автокефальная православная церковь – это раскол. Там еще третья церковь, да, существует? Она совсем небольшая? Нет. Там, собственно, три заметные группы церковные есть. Ну, не церковные, именно которые себя относят к православным. Собственно, Украинская православная церковь Московского патриархата, так называемый Киевский патриархат и так называемая Украинская православная церковь, Украинская автокефальная православная церковь. И вот, что сейчас ему нужно сделать, это создать структуру, провести так называемый объединительный собор, на котором эти два раскола соединятся, а потом он их собирается признать. Вот. И, конечно, такое... А в отношении вообще вот православной церкви Московского патриархата, вот патриарх Варфоломей, какое мнение? Он ее просто не признает. То есть он ее признавал два года назад. А потом, понимаете, вот что сразу убивает всю позицию Константинополя напрочь. Когда он ссылается там, на каноны, там, на свое толкование канонов. Каноны не изменились за два года. Тем более исторические прецеденты не изменились за два года. Два года назад он признавал митрополита Ануфрия главой Украинской церкви и совершенно этого не оспаривал. И он считал раскольников раскольниками. И что изменилось? Изменилась только позиция самого Варфоломея. И она изменилась под влиянием факторов, не имеющих отношения к церкви, под влиянием чисто политических факторов. Потому что Порошенко его об этом попросил, и Госдеп его, значит, к этому побудил. Удобный союзник, и вообще так все сложилось. Интересы совпали, и вдруг выяснилось, что митрополит Ануфрий, которого он недавно признавал, он уже больше не является в его глазах каноническим епископом. Причем, ну, добро бы, не знаю, там, митрополит Ануфрий впал в ересь, или он там какие-то впал в тяжкие грехи, которые бы ставили под вопрос его канонический статус. Но ничего подобного не происходит, и никто даже ни в чем не может его обвинить, поскольку даже враги митрополита Ануфрия ничего на него не имеют. Они бы с огромным восторгом весь возможный компромат они бы на него вылили, но ничего на него не находят, он безупречный монах. Он пользуется очень большим уважением, как, именно как безупречной жизни монах. И, тем не менее, Константинополь вдруг объявляет, что не каноничный. И вот то, что недавно был каноничный, а теперь перестал, это полностью, конечно же, подрывает любые ссылки Константинополя на какие бы то ни было каноны. Но ситуация, когда он берет и объявляет Украинскую православную церковь в общении с московским патриархатом пустым местом. Это ситуация, на которую московский патриархат не может не реагировать. Я хотел сказать, наверное, ответные действия, они, в общем-то, последовали. Это действие или пока это тоже... Это действие, конечно, разрыв общения – это действие. Действие неизбежное, поскольку... То есть, вот что принял, какое решение принял Синод Священный, который вот совсем недавно, 15-го... О разрыве евхаристического общения, то есть... Мы не можем больше причащаться в храмах. С богословской точки зрения, вот что это значит? Это значит, что мы не можем принимать участие в таинствах Константинопольского патриархата в силу того, что единство церковное разрушено его действиями. И мы, чтобы это засвидетельствовать, мы уклоняемся теперь от евхаристического общения. И это трагедия. То есть ни в коем случае нельзя сказать, что что-то легкое, что-то незначительное. Но это абсолютно неизбежная реакция на поведение Константинополя. Тем более, что дело не кончилось присылкой экзархов. Недавно он еще принял в общение, снял анафему с Филарета и с Макария, который является лидером вот Украинской автокефальной православной церкви. И в чем тут возникает проблема? Часто мирские люди, они думают, что вот, ну, анафема что-то плохое, там, сняли анафему, хорошо, там, все помирились, пошли шампанское пить. На самом деле, анафема налагается православной церковью исключительно редко.
Это нужно очень-очень-очень сильно постараться, чтобы попасть под анафему. И уж точно не снимается без покаяния. Ну, конечно. И анафема налагается за конкретные канонические преступления. И в том, что касается Филарета, эта анафема была наложена за, собственно, учинение раскола, за то, что он, за личное аморальное поведение, там, вводящее в соблазн, и за грубость и жестокость в отношении подчиненного ему духовенства. И люди предполагали, некоторое время назад я читал там людей церковных, которые предполагали, что если Константинополь захочет эту анафему снять, ему понадобится организовать процесс. В ходе этого процесса показать, что на самом деле обвинения, на основании которых было анафематство Филарета, они ложные, там он не виноватый, и зря на него анафему наложили, то есть его оправдать в ходе какого-то судебного процесса. Ну, хотя бы официально. Ну, официально, как обычно, да, понимаете, да. Допустим, не знаю, кто-то претендует на то, что он суд более высокой инстанции, но даже суд более высокой инстанции, он должен разбираться в деле. Понимаете, допустим, районный судья человека приговорил, а вот там федеральный судья, он, значит, сошел со своего престола, разобрался в деле, говорит, не, оправдываем. Но это уже предполагало бы какой-то процесс. Константинополь этого процесса не совершил, он просто сказал, все, снимается анафема. Все, то есть абсолютно там чисто волюнтаристским актом, никак этого решения не обосновывая, а просто вот, ну как владычица морская, там, оказнить мы своих холопов вольно, а жаловать вольны же. И этот поступок еще более неприемлемый, он продемонстрировал полное нежелание Константинополя вообще как-либо, чем-либо ограничивать свои действия, там, согласовываться с какими бы то ни было канонами, обращать внимание на кого бы то ни было еще, кроме себя самого. Это игнорирует весь вот остальной православный мир. Да, он игнорирует мир, весь, да? Остальной православный мир, поставляя себя, ну, понимаете, аналогия с папой, она достаточно близкая, но, знаете, я вот не припомню, чтобы папа так поступал, вот с такой грубостью. Вот, может, где-то в средние века, там, какие-нибудь средневековые папы, там были острые конфликты, там, может быть. Но вот чтобы где-то на моей памяти, там, папа римский себя так вел грубо. И этого не было, там, при всех папских притязаниях. Сергей Львович, а вот отношение руководителей поместных церквей вообще вот к этой ситуации? Однозначно за не высказался никто еще. Однозначно против. За автокефалию. В поддержку действий Константинополя никто не высказался. Однозначно против высказалась сербская церковь. И против также высказался еще один из патриархатов. Я сейчас боюсь просто перепутать. То есть вообще православный мир смотрит на все это, конечно, с большой печалью и изумлением. Но пока, и придется же все равно делать, да, какой-то пока выбор. Что большинство патриархов занимает скорее выжидательную позицию. Выжидая чего? Вообще как-то ситуация, вообще вот на ваш взгляд, она может измениться? Я боюсь, что ситуация измениться не может, потому что Константинопольский патриархат набрал очень большую инерцию. И он находится под большим давлением со стороны своих светских союзников. То есть, они сочинили определенные такие богословские подкладки под все это дело. То есть, человек заявил, что он тут первый без равных, что он имеет право распоряжаться в других патриархатах, как он хочет. И чтобы теперь он сказал, ну, извините, знаете, я вот погорячился, я отыгрываю назад. Да, да. Но это маловероятно, очень маловероятно, и это, я боюсь, на какое-то время, на длительное достаточно этот раскол, поскольку, естественно, московский патриархат не признает Константинополь в том статусе, на который он претендует, а константинопольский патриархат, он от своих претензий не откажется. Но, к сожалению, вот, наверное, самое печальное во всем вот в этой ситуации, что это же не просто рассуждение там, вот, высших там, церковных иерархов, там, политиков высокого уровня. Это, вот эта ситуация коснется жизни, наверное, простых людей. Да, мы уже знаем там вот Афон. Ну, с Афоном там пока мы не знаем, как события развиваются.
Пока что высказываются разные мнения, но он же в юрисдикции как раз Константинопольской церкви находится. Ну, недавно, вот, например, отец Владимир Вигелянский написал, что мы же ездим в Италию, например, где много святынь первых веков христианства. И они находятся там в католических храмах. И мы приходим для того, чтобы почтить эти святыни, но мы не вступаем в евхаристическое общение с католиками при этом. То есть, в принципе, можно будет посещать эти святыни, при этом нужно только воздержаться от евхаристического общения, что само по себе очень печально и очень плохо. И ни в коем случае мы не преуменьшаем трагизм того, что происходит. И, конечно же, когда люди этим глубоко удручены, это понятно, и мы все этим глубоко удручены. Но не реагировать на такое поведение Варфоломея было бы невозможно. Понимаете, когда кто-то заявляет, что он над вами судья и господин, ну вы его либо признаете в таком качестве, либо нет. Ну то есть искать компромиссы вот в данной ситуации уже сложно. Ну а в чем мог бы состоять компромисс? Понимаете, человек заявляет, что он первый без равных, вы должны ему покоряться. Он явно не настроен на компромиссы. Понимаете, одна сторона говорит, что она, безусловно, такая владычица морская, а другая сторона говорит, что все патриархи равны. В чем тут может быть компромисс? К сожалению, тут очень сложно это надеяться. То есть развитие, дальнейшее развитие вообще ситуации такое не очень трагическое, да, даже, скажем, дальнейшее, не просто печальное. Даже. Прогноз ситуации скорее неблагоприятный, я боюсь, что Константинопольский патриарх будет пытаться утвердиться и дальше в качестве такого восточного папы. Ну, раз уж они сделали этот шаг, наверное, как вы говорите, действительно очень сложно признать ошибки и пойти. И на них есть мощное светское давление, очень мощных светских сил, о чем у нас нет времени говорить подробно. Но там очень мощные силы, которые заинтересованы именно в таком курсе поведения Константинополя. Это силы не украинские, понятное дело. Украина – это просто очень маленький кусочек на карте для этих людей. Их интересует раскол мирового православия и углубление этого раскола. И я боюсь, что Константинополь сейчас не свернет. И мы, соответственно, естественно, не можем идти за ним. Мы не можем принимать этих его притязаний. То есть, ну вот уже два действия таких противоположных сделано, конечно, сложно. Сергей Львович, ну вообще, как вот в этой ситуации, ну, наверное, верующим людям, вот буквально там несколько минут у нас остается, как быть, как принимать вот эту ситуацию? Прежде всего, нужно помнить о том, что история определяется Божьим промыслом. И, как говорит пророк Исаия, «С клятвою сказал Господь Саваоф, как я помыслю, так и будет, как я определю, так и состоится». И в конце концов все антицерковные силы, они укусят себя за хвост, и они против своей воли послужат исполнению Божьего замысла. После всех победителей победит Христос. Ну, замечательно. Нам остается только молиться, чтобы действительно эта ситуация изменилась, и мир в поместных церквях восстановился. Сергей Львович, огромное спасибо вам за интересную беседу. Времени было, конечно, мало, и эта тема требует, наверное, другого, и, быть может, даже еще и продолжения. Поэтому сегодня я благодарю вас, и мы вынуждены прощаться. Уважаемые телезрители, до свидания, и мы говорим, как всегда, до новых встреч.